Ребятушки, сегодня у нас 1 мая 2021 года. И посмотрите, какая у нас штука вылезла. Только что помыл автомобиль. И вот у меня падение во всех шинах. Опять. Падение давления в шинах. Видите, у каждого колеса треугольничек. Это говорит о том, что в каждом колесе падение, ну, насколько я понимаю, падение одинаковое давление во всех абсолютно шинах. Соответственно, я так думаю, что это в связи с температурой повышенной, потому что сейчас на улице порядка, наверное, 18-20 градусов тепла. И черт его знает, на самом деле, я устанавливал, когда было плюс 5, примерно 10 градусов тепла, а сейчас у нас практически плюс 20 градусов тепла, поэтому надо где-то остановиться и проверить. Я думаю, что в принципе все абсолютно в норме, вот, но мне не совсем понятен, как срабатывает вот этот вот самый датчик. Вот здесь вот мы сейчас остановимся с вами, вот в этом месте, и посмотрим, что к чему. Ну вот, обратите внимание, так, горит, ну и давайте посмотрим, что у нас непосредственно с самими колесами. Как вы видите, колеса абсолютно адекватные, абсолютно одинаковые. Просто, как я полагаю, проблема именно связанная, наверное, даже с охлаждением сначала, потому что сильное охлаждение было за счет воды на автомойке. А теперь, ну, правда, я не понимаю, как это работает все. Для меня странновато, но придется проверить, я так думаю. Run flat, тыкать пальцем, ну, я думаю, как-то бесполезно. А вот... Посмотрим, как оно пойдет, посмотрим, что из этого у нас получится.